Меня зовут Виктор Иванов, это мой сын Ростислав. Ну, о представлении могу скажу коротко, до слез. Замечательно, спасибо. Хорошо. Какое впечатление от лагеря? Ну, затрудняюсь сказать, я обошел территорию, мне понравилось. Хорошо. А изменения какие в ребенке вы обнаружили? Мне кажется, более серьезным стал человек. По-другому немножко относится сейчас к жизни. Это вот я еще с ним не разговаривал. Вот такое мое поверхностное ощущение. Да? Ладно. Спасибо вам большое. Дедушка, всего доброго.